Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы здесь на миссии сбили маленькую тарелку после того, как штурманули только что буквально базу пришельцев в Индии. Индия вернулась к нам. Значит, причина, почему я решил стартануть запись. Еще не знаю, буду ли выкладывать это видео. Но кажется, что на ходе пришельцев я слышал из Сарила. И прикол в том, что мы выехали сюда со станерами. И если здесь Иссарил на маленькой тарелке, мы обязаны взять его живьем. Даже если половина этого отряда поляжет, если мы возьмем Иссарила живьем, это будет стоить того. Здесь у нас Родион, Диванна, пара второстепенных мехов. Зан, наш скриптованный пацан. Также Тиль Линдеман с нами, Соночка и вторая скриптованная женщина Аннет Дюран. Значит, Аннет, как и Зан отдают, или Жанна, или я не знаю, как его назвать, Зан, будем называть Зан, дают за миссию совета. Очень жаль, что она пришла так поздно в компанию мою, потому что я сомневаюсь, что мне удастся ее прокачать до более-менее вменяемого ранга. Она изначально мега сильный псионик. То есть у нее сейчас третий левел ап. Обычно у меня еще пацаны не заслуживают даже имя на этом левел апе. И у нее will 59 уже. Это на самом деле 74, потому что она использует там один из айтемов, который снижает will, дает точность. То есть 74 у Зана, который финального ранга, то есть она на 5 левелапов отстает, 83. И он тоже скриптованный, у него тоже достаточно высокая воля. Плюс он немножечко поднял ее себе, качаясь в псионике. То есть она вообще лучшая кандидатура на того мега-псионика, которого воспитываешь себе для финальной миссии. К сожалению, я сомневаюсь, что если бы я не был ограничен по времени, я бы, конечно, попытался бы ее вот это. А чё бы? Это был Иссарил, я более чем уверен. Если бы у меня было время, я бы, конечно, попытался ее воспитать до финального ранга, прокачать всю ее псионику, тем более, что она стартует уже с первым левелом псионики, разблокированным Psy-Inspiration. Иду на точку. Но у меня нет такой возможности. Так, окей, два мехтоида, сектоид, командор, пара обычных сектоидов. Ничего особо страшного, на самом деле. Но неприятно, два мехтоида и достаточно жесткие. Судя по статам, и очень близко к тарелке. Я не хочу сейчас триггерить аутсайдеров с Иссарилом. Вот просто вот никак. Доктор Кадди. Женщина-врач. Женщина-босс. Так. Я бы избавился бы от этого командора с большим удовольствием в первую очередь, но такой шот нельзя пропускать. 4. Плохо. Да, командир. Главное, не смотри в тарелку, не смотри в тарелку. Нормально. Воу, кричит Родион. Еще раз, воу. Этот, правда, минус 70 всего лишь. Противник открыл огонь. Уже давно. Так, дай мне немного мельда. Уже иду. Главное, не смотрите в тарелку, ребята. Не смотрите в тарелку. Диванна. Молодец. Айли девочка, айли Диванна. Смотри, 16 крит. Во, Родион. Удали с карты этого парня. Это значит, что один мехов будет, из мехов будет без шилда. Так, я поставлю Зана вот сюда, потому что он даст defense бонус союзникам вокруг. У него вот это вот distortion field вокруг него.
10 дефенса это как бы на самом деле легко недооценить. Мы попробуем взять килл на Аннет, естественно. Все-таки я буду пытаться ее раскачать. Тиль Линдеман также талантливый в перспективе псионик. Ну и наша Соночка, наш кэрри. Псионически. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, два эссерила. Два эссерила. Два эссерила. Heavy Floater. И это не топовая команда, далеко не топовая. По-моему, Хьюстон, у нас проблемы. Приказ поняла. У нас большие проблемы. Два. Я ожидал одного, в принципе, ожидал, но два эссерила. Ребята, это ГГ. Я буду начинать отступать потихоньку и на отступление отстреливаться. Я не уверен, что мы можем выполнить эту миссию. Не то, что даже захватить эссерила живьем. Не дотягиваешь, да? Я спешу. Я без внимания. I'm going. Это я делаю, чтобы эссерилы имели как можно меньше шанс захватить под контроль наших мехов. Пора пробежаться. Я не знаю, что с ними делать. Overwatch. Так, вот этого мы будем грохать. 24 хп, да? Да, он уже получил апгрейды. На базе мы встречали 20 хпшного эссерила. Так, его надо грохнуть, пока у нас есть такая возможность. Нет, я продолжу их выманивать на себя по одному. Начинаю наблюдение. Так. Мы таким макаром уже убили одного флоатера. Поэтому я продолжаю с этой тактикой в голове действовать. Так, Зан, ты у нас достаточно мощный по воле, ты будешь стоять здесь. Может быть, удастся тебе разок пульнуть, попасть и не умереть за это.
Сона тоже достаточно мощный псионик. Возможно, ее не захватят. Мехи у меня под Psy Inspiration. Ну, Overwatch сейчас можем стриггерить доктором Кати. От флотера. Выхожу. По счастью, не стриггерили. Так. Окей. Пятерка. Ну, лучше, чем ничего. Каждое ранение будет снижать немного его волю. В идеале бы, конечно, его убить, но у него дефенс изначально есть. Даже когда он на открытой местности, попасть по нему сложно, как в укрытии. Нет! Чем? Он долбанул. Это псиониковской фигнёй этот. Псибласт или как это называется. 12 дэмэджа, как бы, тоже, да. Норм. Парень выдал. Там еще мехтоиды как бы двое бегут. Я про них не забыл. Выглядело как промах, но он попал. А, нет, кто-то другой попал. Или что это вообще было? Соночка. Окей, Соночка сделала. Значит, мне надо... Сейчас, если Heavy Floater не вылетит на нас... Regenerated 5 health! Вы издеваетесь! Как я буду с этим бороться? Ура! Да плевать на канистру! Женщина! Плевать! Так, гранаты — это гарантированный дэмэдж. И их нельзя отразить, потому что вот эти твари могут отражать стрелковые атаки обратно. Да, 40 дефенса. Мы ничего не знаем о них, потому что у нас нету вскрытия, не производили. Окей, Heavy Floater нас не видит, значит... Надо закидывать это все гранатами по максимуму. Там еще кто-то блокирует удары наши. Могу подвинуться чуть ближе. Блин, Heavy Floater. Плевать, честно говоря, на Heavy Floater. Он настолько вообще далеко в очереди на убийство, что трудно описать даже. Мы еще что-то там дамажим. Зан, вот эта хрень. Единственный, кто более-менее нормально может по нему попасть. Ну, естественно, псипаник на пацана даже Зану нереально сделать. Могли бы запаниковать, конечно, мехтоида, но мне надо выбить одного из эссерилов сейчас. Да! Зан, молодец. Так, остался еще один эссерил и два... мехтоида. Поправка. Один мехтоид. Иди здесь. Молодец, Зан. Молодец. Так, Сонка. Сонка. Вот этого говнюка мне, пожалуйста, успокой. И он стрелять еще будет. И еще и попадет, да? Да вы прикалываетесь надо мной. Паникует парень. Чтобы у меня все парни так паниковали. Один раз было, что Кажан паниканул и убил пацана. Так. Давайте попробуем пострелять по этой куче железа. У меня гранат намного меньше. У меня закончились гранаты на мехах. Один есть, одна есть у Кадди, и все. Не, пожалуй, Тиль, ты будешь лечить. Потому что мехи уже пробитые. Да, кончай ныть.
12 демеджа с пси-атаки. Это при том, что мы часть наверняка заблокировали. И причем эта атака базируется на воле, соответственно, укрытие, по-моему, от нее не спасает. Так, это мехтоид, срать на него. Он куда-то и убежал в сторону. Так, девочка, подойди поближе, у тебя еще две гранаты. Поэтому ты должна стоять поблизости. Тиль, похиль другого меха. Вопрос, будем ли мы пытаться брать живьем второго засранца или нет? Конечно, повторюсь, один живой Сарил стоит половины этого отряда. Включая Зана и Аннет. Но хотелось бы, конечно, обойтись без этого. По-хорошему. Окей. Аннет, ты не хочешь взять себе килл? Может, качнешься там? Молодец, девочка. Так, Overwatch. Зана поближе. Он даст деф всем здесь сидящим. Только Зану надо перезарядиться. Ваш ход, пришельцы. Слышали, слышали. Что там? Что там? Что там? Я не вижу, что там. Это Сирил. Стопудово это Сирил. Там еще кучка сектоидов. Вот этот вот неадекватный мехтоид. Ладно, берем живьем. Гада. Это очень плохое решение, но... Берем живьем. Кого ты видишь? А, так гад далеко. Ладно. Гора железа такая неповоротливая. Значит, то, что к нам поблизости подошло, было не этим. Не Сирил, а вот и Сирил. Мимо. Зан. Мимо. Это не прокачанный, это не навигатор. У него всего 20 хелсов. Ну что, берем живьем, гада. Берем живьем. Да плевать. Ой, там еще мехтоид где-то бегает, починенный. Так, выбей вот этого мне, пожалуйста. 4 дамага это не выбей. Это хрен пойми что сделай. Доктор Кади, женщина-врач, женщина-мех. У тебя шанс попасть. Вообще можно тупо впохиляться постоять. Хотя нет, у нас хелсы есть, поэтому давай. Нам надо убрать вот этого флотера. Так, хорошо, женщина. Хорошо. Диана. У нее 2 заряда шокера, поэтому я ее двигаю так агрессивно вперед.
Можем попробовать гранатой убить этого годовье. Потому что его гранаты с Hit Warheads может нашим мехом устроить. Что такое не везет и как с этим бороться? Поехали. Ты видишь его, да? Будем ли мы рисковать? А, у выстрела больше шанс. Но мы можем не убить. Сона, давай! Нет, Сона. Надо было пассивку настакать, женщина. Зан может пробить по пацану, поэтому я пока его не двигаю. А Родиона есть шокер. Прямо сейчас причем. Гост граната. Диль. Скажи, что видишь флотера. Ты не видишь флотера. Так, Зан сначала. Зан, нужно нанести определенное количество урона. Зан. Родион. Ты, скорее всего, умрешь. Но не, у него secondary hard есть. Можем рискнуть. Родион. 58% шанс, Родион. Давай. Есть! Черт возьми, мы это сделали! О, мы это сделали! Мы сделали! Мы Господа, это случилось. Господа, это случилось. Маленький Родион, который смог. Даже если он сейчас умрет, он его навеки запомнит в XCOM'е. Навеки. Еще как бы парочка аутсайдеров здесь в тарелке присутствует, но это так. Родион, ты живой? Зацепило? Зацепило? Спокойно. Тихо. Тихо, Родион. Так, Зинедин Зидан у нас... О, доктор Кади, женщина-врач. Вот так вот. Так, у этого пацана просто ЕМПшка, но я не хочу туда бежать, они меня заманивают к аутсайдерам. Окей, патронов нет, но мы... Главное, мы подсветили себе цель. Родион, ну ты сейчас просто вот герой. Ты сейчас такой герой просто. Вот. Он сделал то, что я не рассчитывал сделать в ближайшее время. Он взял живым Эссарила. Родион, я тебя поздравляю. Давай. Ну, да. Слишком много я от пацана требую сразу, блин. И Эссарила живьем взять, и, блин, Флаттера добить. Может, Соночка увидит Флаттера? Нет, Соночка не видит Флаттера. Так. Как вариант. Тиль. Мне нужно убрать флаттера. И мы его не уберем. Да вы издеваетесь. Тиль, овервотчи тогда. Сектоида же мы не вальнем. Давай флаттера, женщина. Молодец, молодец, диванна, молодец, диванна.
Линдеман. Мимо. Я могу положить половину отряда здесь спокойно, я буду счастлив все равно. Но если кто это не знает, куда ему деться. А эти пацаны меня все заманивают к аутсайдерам. Наивники. Дивана, разберись. Это реально ура, Дивана. Так, Аннет. Надо не забывать, что нам надо качать Аннет. Молодец. Именно так. Иду на точку. Погнал, Зидан. Он в тарелочку спрятался, бедненький. Родион, белка. Приказ ясен. Куда так тащить? Подходите, гады. Куда так тащить, Родион? Выдвигайся. К бою готова. Так, осталось добить аутсайдеров и Мехтоида. О, Мулька, привет. Девять, хорошо. Ой, ой-ой-ой. А куда ты бежишь так бездумно? Все попали. Бедный парень. Угу. Родион, подстрели парня. Хорош. Нет патронов. Да все в порядке будет. Тиль, подстрели парня. Молодец. Еще можно было бы запариться и Аннет этот килл отдать, но... Да-да-да, Aliens over there. Примерно так. За дело. Я готов. As you wish. Reloading. Пост приняла. Двигаюсь на позицию. Перезарядилась. Вот он, муленька, валяется. Валяется. Так, ну что ж. Аутсайдеры. Вижу новые цели. Привет. Ой, так. Зашевелились, забегали. Что-то я, короче, ожидал, что они убегут от меня в другую сторону все-таки, но... Не свезло. Принято. Так, Дивана, у тебя же еще есть граната? Нет уже. А вот жаль. А вот очень жаль. Зан, успокой парня. Тем более это такой злой парень. А, есть еще граната у Кадди. Женщина-врач. Женщина-мех. Да, естественно, стенку мы не ломаем. Как всегда, впрочем.
Блин, ну грех жаловаться здесь на недостаток удачи, учитывая, что нам удалось взять живым и Цирилла. Это эпик. Да, ты будешь проситься к мамочке. Блин, взять и Цирилла живьем. Родион. Родион. Это он. Напугаем пацанчиков. А вдруг попадет? Ну, стенку поломали. Не повезло. Не повезло. Да-да, ты будешь стрелять по нашему меху. Абсолютно параллельно. Начинаем операцию убийства без жалости. Начинаем с большого парня. 20 крит. Зашибись. Аннет. Где Аннет? Аннет, это твой варик взять килл. No problem. Давай, no problem. 32%, правда. Ну, лучше не будет. No problem. Молодец. You not done yet? Боже мой, страшная женщина. Привет, парень. Пока, парень. Ладно. Ты заявил о своих надобностях. Где Сона? Сону бы докачать еще. Сона сейчас пафосный килл сделает. Убьет в мозг. Беру свои слова назад. Сона не сделает пафосный килл. Диванна. Молодец. Диванна тут, конечно, в этой миссии много что сделал. Ленивый дождь. Это было очень нервно. Но это было отлично. Просто великолепная миссия. Просто вот эта миссия подвинула мою компанию вперед. Мы совершили огромный прорыв. Правда, чтобы допросить Цирилла, нам нужно сначала 3 трупа для вскрытия. Потом только мы сможем его допросить. Но мы уже взяли живьем. Трупы сделать легче. Какой мелт? О чем ты, парень? Забудь за мелт. Главное, это и Цирилл живем. И Диванна пополнила наш список супер прокачанных ребят. Ракету можно дать ей. Дополнительный хелс или бомбард. На очень дальние дистанции гранаты кидать. Не, ну стрелять ракеты, это, конечно, забавно было бы. А мне даже интересно, как это выглядеть будет. То есть она будет ракетчик. По гранат. Не, нафиг, гранаты. Да, ну вот. Это замечательный момент для нас. До встречи в следующий раз.